Новости лыжного спорта. Международная федерация лыжного спорта отменила гонки на этапе Кубка мира в Квебеке в связи с ситуацией с коронавирусом. Соревнования должны были пройти 14-15 марта. Переноситься гонки не будут. То есть, к сожалению, случилось то, о чем я говорил в предыдущем выпуске. На этом кубковый лыжный сезон официально окончен. Российская команда вернется на родину транзитом через Амстердам.